Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев. Я кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе». Я хочу пригласить вас на курс повышения квалификации для учителей, посвященный подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде по английскому языку. Курс будет проходить в Москве 26 сентября 2019 года. Курс будут проводить Карина Степановна Мухмарян, доктор педагогических наук, председатель методической комиссии школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по городу Москва. Также курс буду проводить я и Артем Петрович Голов, кандидат педагогических наук, учитель, наставник абсолютных победителей Всероссийской олимпиады. Мы с вами поговорим о том, как разработать программу подготовки школьников к олимпиаде. Мы с вами рассмотрим способы и приемы подготовки ко всем частям олимпиады, и в курсе можно принять участие как очно, так и дистанционно. В нашей работе мы будем чередовать работу фронтальную и тренировки в микрогруппах. И в конце дня у вас будет черновик программы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников, список полезных ресурсов, включая бесплатные ресурсы, коллекция практических приемов для отработки страноведческого материала, алгоритмы выполнения заданий частей writing и speaking, а также вы получите опыт в оценивании реальных ответов учеников на задания олимпиадных частей speaking и writing, вы получите видеозаписи лекций и презентации с семинара, а также, что тоже очень важно, удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Уважаемые коллеги, полезную информацию и подробную программу семинара вы найдете по ссылке в комментариях под данным видео. А я приглашаю вас принять участие дистанционно, либо приходите очно. Будет интересно и полезно. До встречи на семинаре.